В эти минуты в Казани продолжается 7-я конференция Федеральной национальной культурной автономии татар. Собравшиеся рассмотрели ряд предложений. В частности, открытие в субъектах России татарских воскресных школ, развитие дистанционного обучения и грантовую поддержку талантливой молодежи. Для детей и подростков в планах организовать профильные смены в летних лагерях. Заниматься с ними будут студенты отделения татарской филологии Казанского университета. А чтобы подготовить постоянных и квалифицированных специалистов в данной области, в планах заключения трехстороннего соглашения между Татарстаном, регионам и абитуриентам с последующим его трудоустройством и на условиях обязательной отработки.